Добрый день, дорогие друзья, с вами Марина Брыкайло, и сегодня я вам хочу показать, как мы с вами, как вы, точнее, будете регистрировать странички в Одноклассниках и их активировать. То есть, смотрите, если мы сюда нажимаем «Регистрация», да, нам нужен какой-то номер, да, любой. В принципе, страны, здесь можно любую страну, вот, выбирать и любой номер. Вот, поэтому, смотрите, у нас есть такой замечательный сервис, это я вот буквально сегодня нашла этот сайт, потому что на трех сайтах номеров не было. Вот те сайты, которыми мы раньше пользовались, просто нету номеров, потому что очень много людей работает, очень много людей активируют странички. Вот поэтому пока этот сайт дает хорошо номера, вот достаточно быстро, вот поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Вот я разрешаю делать от 5 до 10 страничек. Вот я буду пополнять здесь счет, то есть вы получили, ну, пароль и логин от этого сайта. Вот вы себе можете активировать, я пополняю, вы активируете. Если вы захотите вдруг больше страничек, вы можете просто себе кинуть там 30 гривен или там сколько там 100 рублей и себе самому сделать, сколько вам надо страничек. Вот, но пока вы новички, я все это делаю, да, за свой счет. Но опять же, делаю для активных партнеров, тех, кто делают заказы, тех, кто активные в бизнесе, кто хочет действительно расти, развиваться, работать. Поэтому это, пожалуйста, для вас, помощь вам в работу. Итак, если вдруг не будет денег, да, вы мне просто пишите, я пополню и дальше себе пополняйте. Зачем это надо? Я могла бы вам сделать, да, но, во-первых, это время активировать. Во-вторых, я не хочу со своего компьютера, да, мой компьютер имеет свой IP, делать много страничек, потому что будет больше вероятности, что ее забанят. А так вы делаете каждый сам со своего компьютера, старайтесь по 1-2 странички в день. Вот сделали, да, и пусть там, может, немножко впрок, чтобы они отстоялись, и странички обязательно, чтобы отстоялись, но лучше, конечно, неделю. Вы знаете, лучше неделю, но как-то заходить, там пару фотографий добавлять, друзья немножко там людей приглашать по чуть-чуть, да, какую-то активность сделать, чтобы они вообще не стояли без работы, да, но именно активное действие по работе не через неделю, не раньше. А заходить там, сейчас мы с вами зайдем, там игры поиграть, что-то такое, вот, да, чтобы пока она проверяется модераторами, да, это надо делать. Итак, просто повторяйте за мной, да, я здесь все вам максимально детально показываю. Нажимаем первые, вот здесь Одноклассники, нам нужны Одноклассники, нажимаем Одноклассники. Если вы хотите ВКонтакте, пожалуйста, берите себе ВКонтакте. Вот, ну, ВКонтакте сейчас я не очень рекомендую работать, вот, любая. Смотрите, можно страна Россия выбрать, можно любая. Вот, ну, я вот любая нажму, вот. Любая страна, дальше. Укажите количество, сколько тогда, да, один тут есть, и получить номер. Все, и вот четвертое действие, получить номер. Здесь очень просто на самом деле. Все, тут он пишет, что номер успешно выделен. Мы нашли вам подходящий номер. Проверьте его, отправив смс и подтвердите готовность. Учтите, что пока ваша готовность не будет подтверждена, активатор не сможет придать вам код. То есть мы берем вот этот номер, видите, вот он уже есть, этот номер. Мы его взяли, пошли на страничку, где мы с вами регистрировались. Вот здесь, вот видите, российский номер нам попал, потому что он начинается на плюс 7. Если бы, и сразу я его заношу в файлик, я вот сегодня делала, да, вот у меня есть файлик с моими страничками. Вот, долго подружается. Так, значит, сюда и нажимаем далее. Далее ждем смс-код. И на этот сайт, да, на этот придет этот смс-код. Сразу скажу, сделайте звук потише, потому что такой звук, он приходит именно, оповещает звуком. И такой ужасный звук, что прям пугаешься. Вот, я здесь уже у себя тихонько сделала. Он может прийти в течение 20 минут. Видите, 19 минут. Вот, они здесь так и пишут, что... Ага, тут уже не писали, первый раз не писали, что типа человек вставляет сим-карту в телефон. Не знаю, или это правда, или это юмор такой у них. Вот, в общем, вот здесь появится потом смс-ка. Ну, будет такой звук ужасный. Сейчас мы его дождемся. Вот, и ждем тогда. И мы закончим. Видите, код из смс. То есть мы ждем вот этот код. Номер мы ввели. То есть регистрацию сейчас упростили.
Раньше регистрация немножко сложнее была. Сейчас просто все через номер телефона, очень быстро. Ага, я здесь немножко, смотрите, зря ждала. Надо вот здесь, когда вы, вот была здесь зеленая стрелочка, вот, и вот надо было ее нажать, что как бы вы готовы уже получить код, то есть вы там себе уже страничку открыли, вот надо было вот зеленую стрелочку здесь нажать, нажмете, и вот сейчас уже мы ждем. А, вот они вот так пишут, активатор оповещен, и уже, скорее всего, вставляет сим-карту в телефон. Остается только ждать кода, мы оповестим вас о его пришествии звуковым сигналом. Вот, звук. Все, вот это вот уже конец. Но главное скопировать, да? Вот, и вставляем его в Одноклассники, потому что потом уже внимательно все делайте, чтобы не использовать зря номера. И придумываем здесь пароль. Придумывайте свой пароль. Сейчас. Все, и тоже запишите пароль в свой файлик. Вот, и вот все. И смотрите, у вас вот по умолчанию вот будет вот такая страничка. То есть, что мы здесь сделаем сразу? Поменяем. Пишите фамилия, имя, то есть имя можете писать, например, там, как я, там, Марина, 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 Мариша, вот так. Ну, лучше, чтобы имена были, ну, ваши, а фамилии разные, там, или, например, там, я пишу девичью в скобках свою, или свою, а там девичью в скобках, то есть по-разному. То есть на каждой страничке желательно, чтобы было по-разному. Допустим, девичью напишу фамилию свою. Здесь тоже даты выставляете, эти как будто бы, ну, ваши даты, там, рождения, но здесь по умолчанию одна и та же дата стоит, и женский пол, тогда у вас здесь человечек поменяется, видите, на женский. И добавляйте какие-то фотографии, да, вот у меня там есть семейные такие хорошие, я вот их и добавлю, но тоже, если будете делать там две странички в день, то лучше разные фотографии, да, не одни и те же. Лучше сделайте такой себе там несколько альбомчиков. Я думаю, если вы готовились, то у вас уже есть там фотографии с детками. Можно... Вот что-то у меня есть такие куклы красивые. Сейчас я добавлю, чтобы были какие-то такие фотографии. Ну, лучше такие, да, знаете, типа больше, как... Это может и не надо сразу в первый день. Вот эти куклы, ну ладно. То есть больше такие ваши реальные фотографии. Вот, и добавьтесь сразу же можете добавиться в группы какие-то, вот группы нажали, вам выскочит разные группы, а вот там подобавлялись какие-то, вот, и игры тоже, игры это самое главное, игры можете прямо и поиграть сразу, да, пару секунд, пару минуток можете какую-то игру поиграть, потому что Одноклассники любят, чтобы их на них игрались. Ну, здесь разберетесь, как с играми играть. А, зря я сюда зашла, будет долго грузиться. Сейчас где-то была такая хорошая вкладочка, что можно сразу было игры подобавлять и не играть их. Как-то я делала сегодня. А. Угу. Не, все равно, видите, открывается. То есть, ну, если вы уже нажали на нее, она открылась, значит, уже все, она уже автоматически к вам добавилась. Вот, поделитесь в статусе, что вы играете игры здесь, вот в таком плане. То есть, чтобы модераторы видели, что вы как реальный пользователь. Так, вот группы для нас, для вас, а игры для нас нету, да? Вот как-то чтобы. И потом, например, на следующий день пару фотографий загрузите. Пригласите по пару друзей. Вот уже видите какую-то группу. Там полайкайте, походите по ленте. Ну, как обычный пользователь себя ведите. Потихоньку добавляйте все, да, но не активничайте особо. Так, видите, нельзя добавить. Как-то я сейчас делала первую страничку, могла добавить сразу, вот так, не открывая. А здесь надо открыть, чтобы добавить к себе. Ну ладно, долго грузится игра. Так, да, главное внимательно, аккуратно, да, по одна-две странички в день, не больше. Понимаете, в том плане, потому что если они видят, что с вашего IP много делается страничек, они просто вам все заблокируют и все.
Поэтому потихоньку, аккуратно, чтобы у вас эти странички долго прожили и вы нашли своих активных партнеров. Вот, поэтому, ну все, у меня сегодня, в принципе, все. Вот, да, ну, тут ничего, просто выходите потом и все, выход и все. Все, да, друзья, до свидания. Думаю, что информация будет для вас полезна. Вы сделаете себе странички и будете хорошо работать. Да, потому что хороший реально метод этот вирусный маркетинг. Вот, и хороший результат дает. Поэтому желаю вам хороших партнеров, быстрого роста.